Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Куда едет Елена Краса? Домой. Мне все, Милан, привет. Всем привет. Всех рада очень... Ой, камеру не повернула. Всех очень рада видеть. Прям очень-очень. Здрасте, здрасте. Луи Виттон, да. Девчонки и мальчишки, вот вы меня иногда спрашиваете, где там я что-то купила. Я вам всегда отвечаю, да, у меня секретов нет. Слушайте, детишки, Баку привет, папа нашего секрет, помещаю в книжке. Но когда люди, видя вот, ну, там обувь или сумку, там Луи Виттон или Гуччи, или что-то типа этого, Владивосток привет, спрашивают, где я это купила, ну, понятно, что человек как бы не в курсе, да, сколько это стоит, и, ну, если он не знает этот бренд. Поэтому я не отвечаю. Но если я отвечу, например, что эти ботинки стоят там, как, не знаю, как 10 чьих-то зарплат, ну, или 5, это будет не совсем прикольно. Вот, поэтому, если я не отвечаю на этот вопрос, то вы понимаете, почему. Да, десертики суперские. Вообще-то, на самом деле, это спасибо не столько мне, сколько и Нусику. И Нусик задумал эту акцию. Она вообще у нас... Инночка, молодец, она прям вот душу в нашу «Худеть легко», хоть называется «Худеть легко» с Еленой Сажаровской, а надо было на самом деле другое название запатентовать, «Худеть легко» с Еленой Сажаровской и Инной Элегуевой, потому что она вот реально вкладывает во всю эту душу. Подписались, вам близки мои рассуждения, мне очень приятно. Ребят, в Сокольники приходите, там не будет никакого ажиотажа, 100%, и я с удовольствием с вами сфоткаюсь, дам вам автограф, если придете с моей книжкой. Да, конечно, я завтра буду на выставке, выложила об этом сторис, я буду на стенде с 15 до 16, на стенде Titify, специально для вас, согласилась. И... для того, чтобы могла с вами как-то пообщаться, увидеться. Потому что так получается, что в Москве я бываю нечасто, и мне очень-очень хочется почаще встречаться с вами. Конечно, привозите книжку на Пхукет, конечно, договоримся, подъедьте ко мне на Чилон куда-нибудь, ну или в другое место, где я буду, я вам подпишу книгу без проблем. Приснилось, где-то я с вами в ресторане сидела. Ну что ж, хороший сон. Вот, Австралия, привет. Когда улетаю? Улетаю через 10 дней примерно. Спасибо. Плохо видно, потому что я в автомобиле. Новосибирск, вам тоже привет, моя малая родина. Ребят, еще по поводу Челябинска привет. Юрочку забрала сейчас Даша, повезла на футбол. А у меня не получилось, потому что я сейчас ездила в очередной раз. Блин. Эпопея с холодильником – это нечто. Но вот сегодня уже в 6 часов вечера его должны установить. 3 раза мне меняли встроенный холодильник, ребят, встраиваемый. Это вообще нормально? Это вообще просто трэш какой-то, вот нереальный трэш. Кто за этим наблюдал, тот видел. Вот. Как попасть ко мне на перезагрузку? Ребят, Иркутск, привет. У нас уже на следующей неделе начинается рекламная акция. 19-го стартует мой проект «Новая ты». Потрясающий проект. Такой базы еще не было. И вы там с удовольствием пообщаетесь. Со мной поработаете. Почему я не провожу встречи, тренинги для женщин? Байкал, привет. Чита, привет. Всем привет. Ребят, ну знаете, на самом деле... Хотите попасть на перезагрузку в Красноярск? Добро пожаловать в мой проект. Вот проект «Новая ты». А сейчас вот я опять продлила акцию еще на пару дней. Вот эту вот программу, которую я сделала по следам моего преображения Юли из передачи с Бузовой. Очень просто много было писем. Я сделала акцию. Моя программа, которая обычно стоит 6 тысяч, я ее вообще за 500 рублей продавала. Сейчас она стоит 1000. Вот еще сутки она продлена. Поэтому пишите в директ. Дам вам мейл, и вы можете попасть. Сахалин, привет. Альметьевск, привет, привет. Самый лучший тип. Дагестан, привет. Ребят, места в Кисловодск как бы есть, потому что они еще не продаются. Места в Кисловодск будут продаваться, начиная с февраля месяца. И поэтому вы следите за рекламой, и, надеюсь, вы успеете. Новокузнецк, привет. Дагестан, привет. Какой конкурс? Нет, ребят, в Крым я вообще не планирую. Как называется моя сумка? Как она называется? А как она должна называться? Сумку купили с Яной в Париже где-то год назад. Она мне помогла выбрать, как она называется. Сумка. В каком городе я родилась? Я родилась в Новосибирске, но жила там совсем-совсем недолго.
И потому что папа был военный, мы переехали в Казахстан, жили в Казахстане 6 лет, потом жили в Подмосковье, потом в Москве. То есть в Москве я живу практически всю свою сознательную жизнь. Владимир, привет. Челны, привет. Всем привет. Кемерово, привет. Новокузнецк, привет. Ребята, если я буду перечислять все ваши города, езит. Нет, я не была в Воронеже. Тула, привет. Краснодар, привет. Так, ребят, по поводу груди. Я же вам очень много раз говорила, у меня все готово для розыгрыша, смотрите сегодняшний сторис. Я жду, когда вы все, те, кто подписались на конкурсный аккаунт, подпишитесь на спонсоров, да, тогда будет розыгрыш. А какой смысл разыгрывать между вами, если я начинаю разыгрывать, проверяю подписки, а у вас нет подписки на часть спонсоров? Проверьте свои подписки на спонсоров, и я уверена, вообще-то я хотела уже сегодня ее разыграть, мне как бы надоел этот розыгрыш, если честно. Грудь там еще там телефоны и так далее и тому подобное. Поэтому проверяйте подписки на спонсоров. Жених Яны обеспечивает ее. Слушайте, вы очень смешные. Как бы это очень странный вопрос. Во-первых, Яна у меня, слава богу, очень хорошо зарабатывает, потому что Яна дочь своей мамы. У нас здесь поворот. Яна дочь своей мамы, то бишь моя дочь. И она прекрасно зарабатывает. А Сергей оплачивает какие-то их поездки. Он, например, на Новый год они летят в очередной раз. Она вот сейчас в Индии на обучении йоговском. И на Новый год они летят куда-то в Индию, но уже в другое место. Потом они в Петербург, возможно, следующим летом снова. Потом они летят на Тибет или в Гималаи, на Майске, еще куда-то. Он поездки оплачивает. Вот, дарит ей какие-то подарки. А так, извините меня, привет, Новосибирск. Ну, что значит обеспечивает? Почему Крым мне не нравится? Слушайте, я же разве сказала, что мне Крым не нравится? Нет, просто я туда ехать не хочу. Крым — это прекрасно. Это прекрасно, Крым, да? Но делать там мне нечего абсолютно. Уж меня извините, приезжайте вы ко мне лучше. Куда-нибудь там на Пхукет, Турцию. Все правильно, да, здесь поворот показывает. Красивая сумочка. Спасибо, ребят. Какой номер выпуска с ребят? С Черной. Ребят, я не знаю, какой номер. Этот эфир был вчера, а по номерам, бог его знает, я не смотрю эти выпуски, к счастью. У меня нервная система не та, чтобы смотреть вопли безумных, странных людей. Спасибо всем, мы приехали. Здесь, да? Да, здесь нормально, шлагбаум. Угу. Спасибо большое, до свидания. Оп, сейчас, мои дорогие. Угу. Что там не уронила? О, еще один телефон. Много телефонов — это плохо. Сейчас, мои дорогие. Нет, еще здравствуйте. До свидания еще раз. Так что, мои дорогие, не знаю, какой номер выпуска с Черном. Сами найдите, он был вчера. Что еще хочу сказать? Вот смотрите. У меня тут в моем доме находится контора, которая называется, не знаю, как жилищник, например, да? И вот постоянно целые группы людей стоят и курят. И вот мне интересно, а те, кто не курит, они сидят, работают вместо них? Или как это вообще все происходит? А когда к ним заходишь в этот жилищник, они так заняты. Эти женщины заняты безумно. Чем они заняты? Наверное, они спешат снова покурить. Я бы на месте законодателей придумала бы так, что курящие начинали бы рабочий день на час раньше, а заканчивали на час позже. Вот реально. Потому что, ну, что это за херня? Если, значит, я не курю, я, значит, должна целыми днями работать. А те, кто курит, они, значит, будут полдня курить. Это что? В Казахстане я жила в Державинске. Домой приехала. Сколько стоил 3D-тур в Кисловодске? 150 раз об этом писала. Ребят, про спонсоры уже в этом конкурсе поздно. Потом будет еще один конкурс уже скоро. Ребят, не можете добавить комментарий? Ждите, делайте перерыв где-то 2 часа. Потом снова добавляйте. Так бывает. Временно Инстаграм бронирует комментарии. Слушайте, как найти свое предназначение? Это, ну, как бы... На меня всегда обращают внимание мужчины. Всегда. Яна у меня Яна.нирвана. Как слышится, так и пишется. Яна.нирвана. Найти ее очень легко. Нет, я не настолько бедна, чтобы самой ездить за рулем. Бедность меня давно уже покинула. Завтра в спортивном костюме или я буду? Да нет, ребят, наверное, я буду в нормальной цивилизованной одежде. Но если кто-то сомневается в натуральности моих ягодиц, я разрешу потрогать. Девочкам, мальчикам нельзя, а то перевозбудятся. Хабаровск, привет. А что тут смеяться? Тут ничего смешного. Ряд. Я про курильщиков, я просто в шоке. Я реально, вот знаете, у нас прям это все в нашем доме. И когда я выхожу, я постоянно это все вижу, и я просто в шоке. Но остальные-то, кто не курит, они чем виноваты? Они почему должны в два раза больше работать? Чернофил — это шикарно. Ну, не знаю.
Ой, слушайте, ребят, вот про суд вы меня тоже настолько смешите, все, вы волнуетесь, в директ мне пишете. Во-первых, я не знаю, подавала ли мне Чернов в суд. Но я на 99% уверена, что она не подала. Во-вторых, ну что вы так боитесь? Вас это как-то шокирует, понимаете? Вы вот, ну, мне даже с одной стороны как-то вам завидно, потому что вы люди очень, вот, все еще курят и никуда не торопятся. Вот, курение продолжается, красота неземная, да, и никуда не торопятся дамы. Как вообще можно еще с ними, главное, целоваться? Ну, это же, блин, это же мерзко, когда от бабы несет табачищем, да? Вот это настолько мерзко. Пускай она там жвачку поживет, пускай она там, я не знаю, в рот себе побрызгает. Все равно это табачная яма, это помойка. Ни один нормальный мужик, который за собой следит, он не будет с курящей бабой целоваться, 100%. Значит, он сам какой-то такой же конченый, вот реально. Вот. Ну, вы проверьте спам, потому что всем, кто пишет письма на почту по поводу программы, они приходят автоматически, письма, да, поэтому вы проверьте спам, мои дорогие. А что мне улыбаться-то? Я и так улыбаюсь целыми днями. Да, я королева. Звезда. Красота неземная, как я люблю говорить. Ой, свежо. Вот. Да знаю я, что я все верно говорю. Я знаю, что для большинства мужчин... Правильно, немецкое предприятие. Так еще на 30 минут это мало. На час должны работать больше остальных. Моя сестра курит постоянно. Да, я с этим борюсь, но она мне обещала в 50 лет курить бросить. Вот. Но моя сестра это отдельный разговор. Ее это не касается. Ее Андрюша любит в любом виде. И... Да, блин, про сестру-то я и не подумал. У меня еще Таня курит постоянно. Я ее тоже как бы люблю, обожаю. Ну, девчонки, на самом деле я... Я на самом деле все-таки вот реально против курения. Вот против я курения. Нет, программа уже стоит с сегодняшнего дня 1000 рублей. И один день всего остался, когда она будет 1000 рублей стоить. Потому что вообще цена программы такой 6000 рублей у меня на сайте. Вот. Ну что, значит, завтра на выставке встречаемся. Проверяйте подписки на спонсоров, розыгрыш груди и телефона. Будет прям вот уже скоро. Я вас всех люблю. Ну, с курильщиками это отдельная тема, ребят. Это реально отдельная тема. Поговорим как-нибудь. Сделала я офигенный массаж. Опять Массимо Тинелли у Александра. Очень хороший специалист. Очень хороший такой, приятный молодой человек. Не в моем, правда, вкусе, но очень приятный. Вот, сделала массаж, получила удовольствие. И на самом деле, пожалуйста... И на самом деле, когда он мне делал массаж, я думаю, господи, а я еще пришла такая злая, как собака, что я с этим холодильником, черт знает что с этой заменой. Я должна была Юру на футбол везти, а мне звонит этот безумный курьер и говорит, что значит, он едет за холодильником. Во сколько он приедет, непонятно. Я понимаю, что я не смогу отвезти Юру на футбол. Тут же пишу Даше, говорю, Даша, пожалуйста, приезжай там, выручи, отведи Юру на футбол. Слава богу, Даша соглашается. Я вроде решила одну проблему, ложусь на массаж, напряженная дико. Ну, моя сестра курит, по-моему, лет 16, я не знаю, почему она не шла. Ну, как бы, знаете, вот есть такие, есть такой, такая фигня. На меня киллер закажет за мое свободное мнение, значит, судьба моя такая. Значит, моя судьба. Вот ботов на меня же уже заказали, уже месяц вы моих ботов терпите. Ну вот, я ложусь на этот массаж. Вся такая напряженная. Мне начинает делать массаж, ну прям хорошо делать массаж. А я про себя думаю, блин, массаж, конечно, классно. Сейчас бы сексом бы заняться, вот я реально бы скинула бы все напряжение. Но, блин, я из-за того, что сейчас еще с Юрой осталась, это вообще какой-то пипец. У меня секса уже не было, наверное, сука, я была в этом... В Пятигорске я была 10 дней, и с Юрой уже почти... Короче, у меня секса уже не было дней 20. И я уже просто реально схожу с ума. И сегодня должен был Юра с папой уехать на загород, и я уже все спланировала. И тут мне Паша, Юрин папа, пишет утром, что он очень поздно освободится, а мне, конечно, жалко Юрочку отправлять. Я говорю, ладно, заберешь тогда его утром завтра. И опять облом. Это, конечно, просто пипец. Короче, девочки, занимайтесь сексом регулярно. Это снимает очень хорошо напряжение. Вот. А я буду ждать теперь завтрашнего дня. Но
Завтра на выставке я буду с вами очень добра и адекватна. Так что все приходите. В сторис еще раз посмотрите. Там написан номер. Какой Роман? А, доктор Роман. А, доктор Роман улетел к себе в этот... Господи, куда он все улетает-то у меня постоянно? В Екатеринбург, ЕКБ. Это называется модно ЕКБ. Доктор Роман улетел в ЕКБ. Да. Вот. Ну все, мои дорогие. Давайте, дорогие, любимые, я вас обожаю. Классной вам пятницы. Всего вам самого хорошего. Смотрите мои сторис, читайте посты. Пока-пока. Пока.